Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ванюня, и сегодня я подобрал для вас топ-3 лучших игр про зомби на Android или на iOS. Ребятки, сегодня у нас будет видос про обзор игр, так что поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, поддержите так меня. Вот, а я буду для вас выкладывать лучший контент, чтобы вам было во что играть. Итак, будем двигаться с третьего места по первое. Вот, по третьему месту у нас располагается классная игрушка под названием Dead Rover. Почему она на третьем месте, я буду вам рассказывать по ходу этой игры. Так, давайте начинать играть, и я вам расскажу, в чем суть этой игры. Суть игры заключается в том, что мы, у нас есть своя колония, и мы по разным планетам теперь ее ищем. То есть им пришлось колонизироваться на какую-то планету из-за того, что случился какой-то сбой где-то, вот. И теперь мы на своей машине, которую можем улучшать, можем теперь найти свою колонию, вот, ходить по планетам и искать свою колонию будем. Тут есть, ну, планета — это как уровни, сколько мы должны, по идее, пройти, ну, мест, чтобы найти свою колонию. Вот, короче, можете, у нас есть внизу меню, чтобы улучшать машины. Вот я, например, могу сейчас улучшить движок себе. Вот, давайте сразу улучшу с вами батарею тоже, чтобы машина дольше ехала. Вот, ну, нажимаем старт. Вот, к каждому уровню прилагается машина другая уже. Вот к первому уровню первая машина, ко второму уже вторая будет машинка. Вот, игрушка вышла недавно. Думаю, графика, ну, нормальная, плюс-минус, но игрушки будут на втором и первом месте получше с графикой. Поэтому, собственно, она будет на третьем месте сейчас, вот эта игра. Вот. Так, я доехал достаточно далеко, получил за это 162 CR, это, то есть, у нас рубли, так сказать. Ладно, не рубли, а валюта в игре. Улучшаем колеса. Что мы можем с вами еще купить? Можем купить с вами еще трансмиссию. Давайте также пойдем в старт, ну, кататься. Так. Снизу у нас указана скорость, батарея, сколько осталось нам ход движения еще, ну и ускоритель. Вот видите, да, зомбаки какие. Это наподобие игрушки Errand Today. Вот, ну, неплохая, так сказать, у них получилась котлетка. Неплохая. Вот, ребятки, еще раз улучшим, пройдем с вами и будем переходить уже ко второму месту. Такс. Так, топлива осталось немного совсем. Сейчас мы доедем, куда едем, доедем. Так, вот и все. Так, ребятки, ну а мы переходим с вами ко второму месту. На втором месте у нас располагается игрушка Zombie Towers. Как вы видите, у нас есть своя база, так сказать, вот эти вышки мы будем улучшать с вами за счет того, что мы складываем два одинаковых уровня. Вот смотрите, оп, я сложил второй, получился третий, четвертый, ну и так далее. Вот, тут также можно улучшать своих подчиненных, так скажем, да, бойцов своих. Мы можем улучшать башни, вот рабочих можно улучшить. Количество, скорость, нести они будут больше. Вот. Ну и башни, их дальность, урон их. Вот, у нас сверху есть боеприпасы. 147, 149, если видите на экране. Вот, мы можем начать войну с зомбаками. От них защищаться и будем получать с вами за это деньги. И за эти деньги мы сможем уже улучшать тогда рабочих и башни. Давайте я вам покажу пример. Вот, на синьку нажимаете, у вас появляются башенки. Вот. Сейчас они построятся, когда желтая полоска продлится, и вы можете тогда их только уже складывать. Вот сейчас я до второго уровня хотя бы все улучшу, и пойдем с вами, так сказать, в бой. Так. Опа, еще одно осталось. Так, вот все. Ну ладно, пускай будет так, а то я не смогу больше улучшить. Начинаем войну с вами. Запуск, волна 3. У нас 36 зомбарей. Мы можем также улучшение снизу выбирать. Ну, например, электричество, то, что там это типа шокера. Сейчас поближе подойдут, я вам покажу. Так, осталось 33 замка. Хоп.
использовали шоки. У нас все зомби застыли. Как вы видите, да? Вот, ну и суть игры в том, что чтобы мы могли как бы развивать свою базу и убивать зомбаков, как бы свою колонию тоже развивать. Вот, ну и качать, конечно, до большого уровня башенку. Чем больше уровень, тем лучше. Так, осталось 16 зомбарей. Ну, это всего ничего, уже 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и все. Мы победили. Очищено. Получили за это алмазик. Ну и, как говорил я, мы получили с вами вон монетки сверху в правом углу. Так, давайте рабочих, наверное, не, давайте башенку улучшим. Попадание в голову с башней. Да, улучшаем вот это. И все. И можем дальше начать волну. Ну а мы с вами переходим уже к первому месту. Самая классная игрулька. Погнали. На первом месте у нас располагается игрушка Zombie Derby Pixel Survival. Вы только посмотрите, какая тут графика. Суть игры заключается также, чтобы мы проходили уровни на машинах, которые можем улучшать. И можем выполнять всякие миссии. Тут можно даже делать сальто. Я вам сейчас это продемонстрирую. Вот. Вот, собственно, награды за выполнение всяких заданий. Так, давайте уровень первый. Стартуем. Ну, тут обучение у нас маленькое. В гараже можно улучшить свою тачку. Это понятное дело. Ну, давайте купим с вами нитро ей. Установим, что прочность, защиту, то есть и... Так, ну и пойдем в бой. Вот, видите, какое тут управление? Тут 3D-шное такое-то управление, вообще офигенно. Тут тоже есть ускоритель. Тут у нас есть также пулеметик. Мы можем стрелять в зомбаков. Знаете, какие классные зомбаки тут. Вообще классная игрулька. Вот, так что ссылочки в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. И будут выходить такие же классные видосы. Вот мы, видите, сальтуху оп сделал. Сальтуха. Давайте еще сальтуху добавим. Во, видите, как классно. Вот, комбо 2. Два зомбака ли будет? Нет. Патроны закончились. О, сломал автобус. Давай сальтуху еще. Вот. Мы выполняем таким образом задание. Так, у нас 530. Видите, там флажок. Что это означает? Мы типа достигли нужного результата. Новый рекорд. Миссия выполнена. В чем заключалась моя миссия? О, у нас даже достижение теперь есть. Очередная тачка отрабатывает свое, пора искать новое. А, ну то есть точно так же сменяется уровень, сменяется машина, как я понимаю. Да? Да, тут тоже так. Давайте с вами улучшим сразу движок для этого. Я бы улучшил еще колеса. Но за место колес мы с вами давайте свет поменяем. Пофиг, за 30... А, нет. Это типа голда. Да, ну давайте поставим ей пулемет. Чтобы нет, и пойдем с вами в бой. Так, опять же у нас снизу указана скорость и горючая. Но этого не так что и много. Так, награда за обнаружение конфетти. Ясно. Вот она. Давайте стрелять по бокам. Там какая-то бомба была указана. Думаю, это не к добру. Так, я сделал сальтуху офигенно, сейчас вы видели, да? Так, давайте еще какую-нибудь сальтуху где-нибудь навернем. Опа, да. Это было больно. Давайте последний раз сходим с вами в бой, и тогда уже будем заканчивать с вами видос. Так, забыл я что-то установить, мне пишут. Ну да ладно. Поехали. Тут вообще классная графика, отвечаю, вот разлетается, физика тоже в игре классная. Так, Толян, меня зовут Толян, толстый, как у меня как это указано. Позбивал я его. Так, нельзя падать на крышу, вот что я понял. Вот, это тоже на основе Errant Today, как я понимаю. И первые игрушки, которые, ну, на третьем месте, которые я вам показывал. Вот, ну, офигенная вообще игрушка. Советую вам поиграть. Вот. Ай, не надо было тут сальтуху делать. Эх, ладно. Ладно, друзья.
Всем большое спасибо за просмотр, кому была интересна эта игрушка и вообще топ-3 игр, которые я вам показал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ожидайте уже нового выхода топов для вас. Всем спасибо, всем пока.